В ночь со 2 на 3 июля 2023 года неизвестные повредили флаги Российской Федерации на месте захоронения погибших на морском кладбище. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности граждан, причастных к инциденту. Полиция Приморского края осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тысяч рублей неравнодушному гражданину, готовому оказать правоохранительным органам помощь в раскрытии преступления, предусмотренного статьей 329 Уголовного кодекса Российской Федерации, надругательство над государственным флагом Российской Федерации. Конфиденциальность и безопасность гарантируются.